Всем привет. Так, сегодня был в фикс-прайсе, пошел там по делам покупать кое-чего. Пошел я, короче, вот за вот этими штуками. Это, как сказано в чеке, что это у нас? Контейнер карманный. Че, купил я его для... Я уже покупал и испытывал их на Волге. Короче, вот для чего. Он и есть, конечно, рыболовный. Вот тут крючки все дела нарисованы. Болтики, гайки. Ну, для мелочей. Ну, ничего, вот карманный самый. Сунул в карман, положил тебе сколько надо, например, вот этих вот воблеров. И можно разных. Взял с собой-то по одному, по два разного наименования. И сейчас я по-быстрому их положу. И они не мешают, ни карманы не рвут. Не тащить с собой целый вот эти, конечно, хорошие коробки, вот эти рыбацкие. Но они, во-первых, дорогие. Во-вторых, громоздкие. А это вообще, блин, бесподобно. Сюда еще штуки 4-5 влезет спокойно. Вот, положил. Закрыл. И все, и в кармане. Купил я их 3 штуки, еще мне еще воблеры придут. И там еще надо переложить. У меня есть, короче, еще воблеры бескоробочные. Цена 16,50. Отложим пока в сторону. Значит, купил еще вафли. Ну, это что, о них я их всегда покупаю. 50 рублей. Большая пачка. 400 грамм. Нормальные. В магазине они рублей 60 стоят. Ну и попалась вот на глаза вот такая вот новинка, не новинка. Часы наклейка. В комплекте наклейка, механизм, набор стрелок, двухсторонний скотч. Дизайн в комплекте. Не знаю, что тут за дизайн, мне самому интересно. Так, ну все это вот я взял, 3 наименования. Значит, стоило это что-то там около 200 колов. Но у меня карта, там накопилась скидка. Короче, все это за 103 рубля. 103 рубля 50 копеек. Обошлось. Я скидку заказал. Ну, сейчас попробую, что это за часы интересные. Так. Надо же вскрыть аккуратно, потому что мало ли в Бразилии пойдров. Ножик-то это гаменный, китайский. Ну, блин, упаковку вскрывать, в принципе, годится. Распаковываю дольше, чем, блин, собирать буду. Конкретно упаковали. Так. Так, что мы тут имеем? Часики. Скотч двухсторонний. Блин, как попадать-то неудобно мне. Ну, скотч-то фигня. Так, коробочка не нужна больше. Значит, по дизайну рисунки вот такие. Не знаю, какой мне тут достанется. Установка тоже нарисована, да? Как установить? Так. Ну, ладно. Посмотрим.
с бабочками. Ну, с бабочками. Там еще с чайником было. Вот так. Значит, это клеится, как я понял, на стену. По рисунку вот так вот. И дальше запускаются часы. Поставим стрелки. И подключим батареечку. Главное, чтобы заработали. Я примерно такие же делал часы. Только, блин, по своему типу, конечно. Так, вначале ставится часовая, по-моему. Так, поверх от пыли грязи. Так, отклейте. Тщательно разгладьте наклейку, чтобы у нее не было пузырей. Часовая, минутная, секундная. Ну, да, в принципе. А как? Туговасто, но это хорошо, не будет соскакивать. Угу. Так. Делаем как их лучше. Вот так будет вверх, если 12 часов. Так. Вот так будет 12 часов. С ракурса с этого как-то непривычно мне снимать. Ставим секундную. Попробуй вставь еще ее. Прикольно. Так, часики пошли. Уже радует. Сейчас выставлю время и посмотрим, насколько они точны. Время, значит, надо как-то. Как же их, если их приклею, как их потом подводить? 13:26. Вот так. 13:26. Пусть час, наверное, походит. Сейчас я покажу, сколько время. 13:26. Так.
И через час примерно включусь. Короче, часы ходить отказываются, пойду менять. Блин, а так идея была хорошая. Или деньги заберу, или поменяю. Ну ладно, пока-пока. Так, называется «Не было забот, купила баба порося». Короче, сходил, я поменял. Сходил, поменял. Без вопросов пока что поменял. Но теперь посмотрим, эти работают. Просто эти часы должны работать, я знаю. Главное, выбирал вот, главное, вот таких вот именно циферблатов. Перерыл все, нашел одни в самом конце. Чего ж такое, значит? Приглянулся дизайн всем. С черными висят, свободно, с черными циферблатами. Ну, сейчас будем надеяться, что хоть тут, может быть, повезет. Сохраняйте чайки, всегда берите. Иначе будут проблемы. Я несколько раз без чеков приходил. Были проблемы. От чего, и как, а когда, во сколько. Ты вот что, не видите, что это ваш товар, такого нигде не продают больше. Такого Г. Еще вы что-то чек какой-то спрашиваете. Боятся просто, что не в их магазине купили. Какая разница-то, в принципе. Так, ну-ка. Сразу проверяем. Без стрелок. Ну, пока ходят. Сейчас поставлю стрелки. Все гнется, блин. Все гнется. Поставлю стрелки, тут хоть это правней. Так, как мне его поставить? Вот так. 11, 12. Мы уже опытные, уже все делаем без инструкции. Так, поставил на 12, все. Ставлю батарейку и на... Время 15:13. Видосик длинный получается. 15:14.
Так, сейчас. Так, ставим часики. На час примерно. Ну, поки, да не должны упасть. Посмотрим через час, если не встанут через 5 минут. Почти час прошел. Ну, ходит, вроде не останавливается. Сейчас посмотрим. Так, на этих там, где-то 5 минут. Здесь у нас, ну, нормально. 5-6. Она дойдет, будет сейчас 6. Я по секундам не выставлял. Так, ну, ходит хорошо. Заменил. Слава Богу. Так, тогда наклею, покажу. Ну вот, как-то так. Привесил. Ну, не знаю, что будет дальше. Время покажет, как говорится. А пока-пока. Ну, еще через час гляну. Как будет, так и будет. Больше уже не переделаешь, все приклеил. Ну вот прошло там часа 2, наверное. Ну, около того. Все, часы 18:50. 18:50 показывают. Так, сейчас я покажу, если попадет камера на них. Ага, попало. Вот 18:50 и поворачиваем 18:50. Ну все, надеюсь, будет ходить. Вот так они смотрятся примерно. Ну, конечно, на белом будет лучше. Ну, за 100 рублей, короче, еще со скидкой. Я 3 товара взял за 100 рублей. Ну ладно, сходил я за ними еще раз. Ну, бывает. Это же фикс прайс. Ну, на этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока.